В начале 15 века в полуверсте от старой Калуги в хижине возле уединенного лесного храма Рождества Христова жил необычный человек. Поговаривали, что происходил он из старинного русского рода. И летом и зимой ходил босой, в рубахе да в овечьем тулупе. Звали того человека Лаврентий. А необычен он для простых людей был потому, что принял на себя подвиг самоотречения, называемое «юродство Христа ради». Из хижины блаженный выходил чаще ночью, приходил он на паперть храма и там молился. Был у него вырыт даже подземный ход от хижины до церкви, по которому ходил он слушать богослужение, таясь от людей. Но, несмотря на скрытность свою, был блаженный Лаврентий частым гостем в доме князя Симеона, сына царя Ивана III. Именно в этом доме случилось главное чудо святого, прославившее его. Когда татары напали на Калугу, князь с дружиной выступил на защиту своих земель. Лаврентий, пребывая в это время в доме у князя, внезапно как закричит: «Дайте мне мою секиру острую! Псы напали на князя Симеона! Надо оборонить его!» Схватил топор и выскочил на улицу. Вдруг оказался блаженный на корабле князя, укрепил и ободрил воинов, и они тут же разбили врага в пух и прах. А Лаврентий уже опять явился в доме княжеском, да снова стал юродствовать, оборонил князя от псов. Когда князь вернулся с похода, поведал он своим близким, как явился к нему праведник и как помощью его были враги повержены. Таким, с топором в руке, и изображен блаженный Лаврентий на иконах. Вскоре, через 3 года после подвига своего, святой скончался, а через 100 лет стали свершаться возле гроба праведника чудеса исцеления больных и немощных. И в ратных подвигах воинам славным Калужский чудотворец был верным помощником. – 23 августа – День памяти блаженного Лаврентия, Христа ради юродивого, Калужского чудотворца.